Всем приветики! Я хотел бы показать вам идеальную зубочистку. Все пользуются вот такой вот зубочисткой в основном. И она довольно-таки распространенная. Ей сикаряется запах, что-то выкаривает, но она не может пролезть далеко туда. И не сильно как бы залазит. И когда вы долго ковыряетесь, вот этот острый кончик, он намокает и в итоге расслаивается, либо вообще ломается. Я порой, когда достаю его, вижу, что он поломан, мне становится немножко страшновато, а не отломался ли еще какой-нибудь кусочек и не остался ли где-то там, и не попадет ли он потом в желудок. И вот. Ну, во-первых, они расслаиваются, ну, как я уже сказал, во-вторых, не могут пройти далеко. Именно поэтому я уже давно не пользуюсь такими зубочистками. Их я в основном использую для того, чтобы что-то откуда-то выковырять, что-то где-то подковырнуть, или где-то в труднодоступных местах что-то почистить, поковырять, откуда-то может грязь выцарапать, там что-нибудь такое. Например, в мышке у меня есть, в компьютерной мышке есть такие тоненькие линии, и я их этой зубочисткой прочищаю. Ну, для такого чего-нибудь. А зубы чищу в основном вот таким пакетиком ТЭС. Во-первых, он им можно пользоваться бесконечно, до тех пор, пока он не начнет расслаиваться вот здесь вот по бокам. Во-вторых, легко моется, просто ополоснул, и все, можно мылом промыть. В-третьих, он очень тоненький по сравнению с зубочисткой. Он как лезвие, только не режет. Но хотя, если им можно уколоться, на самом деле, эта часть, она остренькая. Вот эта вот часть, она остренькая. Ну, не такая, чтобы проткнуть, но если в десну резко ударить, то чувствительно. И когда толкаешь его между зубов, он пролазит полностью. Даже что-то достало. Кусочек курицы. Потому что прошел между зубов. И этот кусочек был между зубов. Вот такая зубочистка никогда не достанет кусочек курицы. И хоть и ковыряешь, она не может пройти между зубов. Она, потому что она только на конце тоненькая. А дальше она расширяется и, конечно же, не пролезет между зубов. В то время, когда пакетик он проходит полностью между зубов. И при этом все, что там осталось между зубов, а там по-любому что-то остается, потому что вы когда едите, вы полностью зубами прижимаете друг к другу челюсти, и по-любому что попадает между зубов. И этот пакетик идеально достает. Главное, когда вы так вот делаете, не направлять его вверх, потому что даже еще что-то он достает. Потому что если вы будете его направлять вверх, вы можете поцарапать десну, поэтому направляйте всегда вниз. Чтобы вы... Ну, или ровно. Или... Ну, вы должны чувствовать. Если вы чувствуете, что оно... И аккуратненько, медленно. То есть начинаете снуть медленно, чувствуется, десну цепляет. Опустите чуть пониже. И в итоге я теперь чищу зубы таким вот пакетиком. Он идеально, он тоненький, очень тоненький. Он легко проходит между зубов и достает все, что было между зубов. Плюс легко моется и довольно-таки многоразовый. А когда он начинает расслаиваться, потому что это как бы две части, склеенные между собой. Когда он начинает расслаиваться, вы просто выкидываете его и берете новый. Вот. Это... Идеальная штука, можно. Можно легко между зубами провести. И достать все, что там было. В то время, когда
Вот эта штука. Только здесь рукавица может. А между зараи она никогда не пройдет. А там тоже что-то может быть. Особенно, когда поешь апельсин. И эти волокна очень часто застоит именно между зараи. Отсюда ты рукавишь, а вот здесь нет. Поэтому я использую чайный пакетик. Просто чайный пакетик тоненький. Вот. Так что, вот такой вот лайфхак. Ну, а на этом все. Всем пока.